Международный автопробег казахстанских ветеранов-участников боевых действий на таджикско-афганской границе прошел через Кызылорду. Напомним, патриотическая акция проводится в честь 26-й годовщины казахстанского отдельного стрелкового батальона, выполнявшего миротворческую миссию. В автопробеге участвуют около 30 человек. Это воины-интернационалисты, участники боевых действий на таджикско-афганской границе, общественные деятели. Стартовали из Кукшетау, Кызылорда – это седьмая остановка. Пробег будет завершен в Таджикистане, границу которого с 1992 по 2001 годы в составе международного миротворческого контингента охраняли казахстанские военнослужащие. В Кызылорде участники автопробега почтили память погибших на полях Великой Отечественной, а также возложили венки павшим в Афганистане. 7 апреля 1995 году. Наша рота внутренних войск, Министерство внутренних дел, совершала марш. В ходе совершения марша она была подвергнута нападению со стороны маджахедов. Был 5-часовой бой. В результате этого боя погибло 17 воинов-казахстанцев, 33 получили ранения. Многие из них награждены медалями и орденами. Жангурликер Лигушин, айбын посмертно указан главы государства. Мы также везем с собой мемориальную доску. Хотим в Пшхаварском ущелье установить ее нашим 17 воинам, погибшим. Дальше мы продолжим Харок, горный Бадахшан. Там у нас пограничный отряд, мы там служили, поэтому по всем местам боевой славы, где мы проходили службу, мы хотим вместе с участниками нашего автопробега вспомнить те былые времена.